друзья мои, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас будет целый день ночи. Как начался в 3 часа ночи, так до сих пор идет. Короче говоря, вот у 12-го дома, там это, сегодня дерево упало, и начало, то есть, как его называется, от ветра сильного. Как всегда, там воды в море. Блин, опять. Этот, как ее называется, сливы вот эти. Никак не впитывают. Переполняются. Когда дорогу делали, они там это... Цементом ее, как бы сказать, сделали. Заделали. И она все теперь не уходит, вода. Трава, конечно, растет. Тут, конечно, нет, где я делал травы такой. И там. И вот смотри. Вот они эти, львиные зиб. Это вот, они будут маленькими, 20 сантиметров всего. Я их потом рассажу, и будут у меня красивые цветочки. И это вот высокие. И вот смотри, новинку нашу. Такая новинка. Цветочки. Вот они. Новый сон. Будем потом пересаживать. Пакетик у меня, конечно, остался. Такой красивый ночи делаем. Всем хорошего настроения. Всем хорошего дня.